Доброго времени суток, мой дорогой зритель. Ты очень вовремя зашел на мой канал, потому что специально для тебя я подготовила подборку интересных товаров с AliExpress. Их будет ровно 10 в этом обзоре. Все ссылки на все товары я оставлю в описании под видео. Я постаралась максимально подробно, максимально исчерпывающе и максимально интересно сделать обзор на каждый товар. Я очень надеюсь, что ты оценишь это видео лайком, либо дизлайком. Поделишься своими впечатлениями в комментариях. И если еще не подписан, то подпишешься на мой канал. Я желаю тебе приятного просмотра. Я начинаю мой обзор. И начать сегодняшний обзор я хочу с брюк из искусственной кожи из популярного на AliExpress магазина J.R. May. Данные брюки представлены у продавца в трех расцветках: классической, черной, коричневой и вот в такой темно-зеленой, как у меня. Очень хотелось именно темную расцветку, но не хотелось эту избитую черную, поэтому безумно была рада вот такой красивой, насыщенной темно-зеленой расцветке. Брюки эти я выбрала в размере L, и на мои параметры они, конечно, великоваты, но я заказывала их не для себя. Хотела, чтобы они подошли моей маме. Брюки эти мне очень понравились и фасоном, и пошивом. Но есть один нюанс. На картинке их низ выглядит как просто обрезанный, не подшитый, а в реальности по низу идет прострочка, то есть они подогнуты и прострочены. Мне это нравится больше, если честно, потому что эффект получается завершенным, доделанным, более аккуратным, несмотря на то, что сейчас актуален вот этот открытый срез, и я могу понять его любителей. Более свободный такой вид придает эта неподшитость. Но все-таки для человека старшего поколения не очень понятен вот этот неподшитый срез, поэтому для мамы все сошлось наилучшим образом. В талию у них вставлена плотная резиночка, также шнурочек находится, имитация ширинки, два боковых кармана настоящих, очень удобных, брюки широкие, совершенно прямые, и мне нравятся их прострочки над коленями. Также хочу обратить внимание, что расцветка эта в реальности намного темнее, чем представлена на картинках продавца, но из-за этого она мне нравится не меньше. Качество брюк очень хорошее, материал плотный, внутри они немного такие бархатистые, тепленькие. Актуальная модель с хорошим выполнением, могу вам на 100% советовать. Следующий товар, который я выбрала для этого обзора, я заказала моментально, как только на него наткнулась. Прекрасная модель нижнего белья. Я такую модель люблю, пожалуй, больше всего. Аккуратно они смотрятся и спереди, и сзади, из нежного кружева сшиты. При этом оно хорошо держит форму, оно плотное, износостойкое, и по бокам находятся тонкие эластичные бретели. В трех расцветках я выбрала их: в черной, пыльно-розовой и в белой. Но еще осталась такая песочная расцветка, которую я не взяла, потому что у меня нет такой расцветки верха. Размер я выбрала L на свой обхват бедер 94 сантиметра, и данный размер подошел мой обхват. Выполнение замечательное. Ношу их с момента получения уже довольно давно, то есть до обзора добралась не сразу же после получения. Могу сказать, что после стирок они выглядят замечательно. Нет на них и следа стирок. Поэтому тоже могу советовать. Цена абсолютно адекватная, 540 заказов и только отличные отзывы. Следующий мой хороший, полезный заказ, он из бьюти-категории, это щеточка для умывания. Она на аккумуляторах, то есть никакой провод за вами тянуться не будет. Заряжаете ее, заряда хватает надолго. В картонной коробочке она находилась, все ее содержимое находится на подложке, очень аккуратно все разложено, инструкция идет в комплекте. Три насадки предполагает этот комплект, причем каждая насадка в своем собственном футляре. USB-зарядный кабель. Также подставка идет к этой щеточке, на которой ее очень удобно хранить. Сама щеточка имеет одну единственную кнопку включения и перебор режимов. Первая ее насадка совершенно классическая, с щетиной. Она очень мягкая, очень нежная, не повреждает, не травмирует и не раздражает кожу. Вторая насадка более такая пилингующая. Третья тоже делает пилинг. Я как-то между второй и третьей насадкой особой разницы в эффекте не заметила. Как по мне, так здесь и двух бы насадок вполне хватило вот этой в виде щеточки и одной силиконовой. Сама щеточка выполнена монолитно, она очень легкая. Умываться мне понравилось именно самой первой насадкой. Она так хорошо массирует кожу круговыми движениями. Причем никаких лишних движений рукой совершать не нужно. Щетка все делает сама. Вторая и третья насадки хорошо скрабируют кожу. Это действительно так. Никакие пилинги не нужно применять. Отшелушивается абсолютно все с поверхности. Этим мне данные насадки понравились. Можно очень хорошо сэкономить на пилингующих средствах. В общем, первой насадкой я умываюсь, второй делаю пилинг.
пилинг, и кожа абсолютно чистая, абсолютно отшлифованная, при этом не поврежденная и не раздраженная. Следующее средство, которое я хочу с удовольствием показать, оказалось действительно полезным. Я делала про него отдельное видео, но в этом видео еще раз хочу о нем напомнить и также дополнить свой отзыв, поскольку я пользуюсь этим средством уже очень долго, наверное, на протяжении пару месяцев. Это лосьон-ингибитор после депиляции либо эпиляции волос. Средство это способно замедлить рост ваших волосков. Какой бы вид удаления волос вы не использовали, после него стоит наносить это средство. Оно и увлажняет кожу, как обычный лосьон. И также в нем содержатся компоненты, которые способны замедлить рост волос, поэтому процедуру удаления волос нужно будет делать гораздо реже. Стоимость его абсолютно адекватная, он очень нежный, то есть подходит сразу же после процедуры удаления волос, даже после самого травматичного. То есть кожа не раздражает, очень нежно воздействует на нее, увлажняет, питает, смягчает, кожа не сухая, не шелушащаяся после него. И после длительного применения я действительно заметила, что мои волоски стали расти гораздо медленнее и гораздо тоньше и светлее. Но главное условие для этого — пользоваться данным средством постоянно. Не только после удаления волос, но и желательно каждый день. Следующий прибор, который мне был очень нужен, это средство для очистки загрубевшей кожи ног. Причем в таком формате, которого я раньше никогда не видела и не тестировала вживую. В фирменной картонной коробочке пришел ко мне этот набор. Очень компактно все было внутри запаковано. На подложке располагались все составляющие этого прибора. Первая составляющая — это инструкция. Переходник для вилки на евро. Сам шнур с вилкой, к сожалению, не евро. Основная часть машинки-шлифовщика. Коробочка со сменными насадками. Их здесь очень много. Они в виде вот таких кружочков с обратной клейкой поверхностью. Интересно, что на основном блоке нет никаких кнопок и переключателей. А все эти кнопки и переключатели находятся на шнуре, на кабеле этого шлифовщика. Здесь и кнопка включения-выключения, и колесико, регулятор мощности вращения. Пользоваться этим прибором абсолютно просто. Подключаем его к сети, к сожалению, без аккумулятора. Снимаем с обратной стороны кружочка насадки пленку. Приклеиваем липкой поверхностью к основной части. Нажимаем кнопку включения. Вращаем колесико, регулятор скорости до самого максимума, потому что на минимальных оборотах просто ничего не сможете сделать с этим прибором. Мощности недостаточно будет. Все вращающаяся головка шлифовщика начинает, собственно, вращаться, и можем приступать к работе. Берем свою пятку и начинаем ее зачищать. Очень много чего у меня отшелушилось и отлетело. Я даже не думала, что настолько я запустила свои ноги. У меня сейчас в данный момент нет шлифовщика, и я фрезером для маникюра свои ноги обрабатывала, но делаю это не так часто. Не очень удобная там насадка для таких широких поверхностей, поэтому специально заказала себе такой вот целенаправленный шлифовщик. Работать мне им действительно очень понравилось. За одну процедуру на одной ноге у меня два кружочка уходит, чтобы отшлифовать поверхность, ну, просто до идеала. Если, конечно, не запускать сильно, то одного кружочка на одну ногу вполне хватит. Мощности мне бы хотелось чуть побольше, ну, честно вам признаюсь. Но, в принципе, то, что есть, со своей задачей отлично справляется. Кожа действительно мягкая, тоненькая. Самое главное, неповрежденная остается. И, знаете, бывают такие очень жесткие шлифовщики, которые чрезмерно снимают большую поверхность кожи, чем необходимо, и потом кожа начинает болеть, очень больно ходить. Здесь ничего чрезмерно не снимается. Очищение получается очень мягким. Вот это для меня было очень важно. Следующий замечательный заказ я сделала наконец-то не для себя, а для нашей домашней любимицы, для Умки. Соня ходит в туалет исключительно в ванную, само вот это отверстие. Нас, в принципе, все абсолютно устраивает. А Умочка ходит вот в такой стандартный горшочек. Причем он у меня всегда был без решетки, и я огромное количество наполнителя каждый раз расходовала. То есть в месяц, ну, я рублей по 500 стандартно на наполнитель тратила. И тут на Алиэкспресс я, опять же, совершенно случайно наткнулась на вот такой кошачий туалет, который стоил всего 400 рублей. Я глазам своим не поверила, когда увидела цену. Я прошлый стандартный горшок Умки за 1500 покупала, с высокими бортами, такой хороший, прочный, красивый, розового цвета. Этот чуть шире, с решеткой, с совочком в комплекте, и он стоил 400 рублей. Я давно знала, что при помощи вот таких решеточек можно существенно сэкономить наполнитель. То есть сыпите его именно на вот эту решетку. Когда питомец ходит в туалет, наполнитель, понятно, не весь намокает, да, а только небольшая его часть. Все остальное просачивается сквозь решетку, и вы периодически раз там в несколько дней просто выливаете содержимое, снимая все вот эти вот верхние части, споласкиваете, ставите на место. Таким образом, наполнитель вообще можно не менять по несколько месяцев. В результате от туалета не пахнет, всегда чисто. Из-за вот этих высоких бортов, когда кошка роет этот наполнитель, ничего не пересыпается.
пересыпается за борты. Пользуюсь я этим горшком с момента получения, наверное, недели 3, только сейчас уже спустя. Использование довольно длительное. Говорю вам о своих впечатлениях, и я этот горшок советую на 1000000%. Это одна из самых моих полезных покупок за последнее время. Она настолько бюджетная, она настолько будет экономить мои деньги. Посчитайте, да, 500 рублей каждый месяц, а если на год умножить. В общем, я безумно довольна. Всегда чисто, всегда хорошо пахнет, потому что если чисто наполнителем пользоваться, потом уже, когда он становится таким несвежим, да, много в себя впитывает, то запах стоит довольно сильный, особенно от взрослой кошки. Но ты видишь, что он еще не сырой, и тебе хочется сэкономить, и ты не так часто его меняешь. Но вот этот вот запах, он остается. А тут никакого запаха, сплошная экономия. Каждый день я ей туалет не мою, мою, наверное, раз в 5 дней, и ничего не пахнет, все отлично. Следующее, что покажу вам, это довольно необычный для меня свитер, который мне очень понравился на картинке. Вживую он выглядел несколько иначе, то есть он был чуть тоньше, но материал тот же, цвет, слава богу, тот же, он настолько объемный, как был на картинке заявлен. И эту вещь я на 100% оставила себе. Мне так понравилась ее свобода, ее легкость, ее объемность, ее цвет. И мне понравилось, как с моими вот этими на данный момент любимыми брюками этот свитер сочетается. Выбрала я его в самом маленьком размере S. И посмотрите, какой этот размер S уже свободный. Расцветок у продавца на этот свитер 5. Также черная, серая, коралловая и голубая. Моя расцветка, мне кажется, самой привлекательной. Состав материала здесь заявлен как акрил, махер и нейлон. Я своей кожей, которая как лакмусовая бумажка для всех материалов, чувствую здесь что-то натуральное. Моей коже очень хорошо в этом материале. Помимо этого, здесь огромное количество перфораций, поэтому еще дополнительно все вентилируется. В общем, вещь замечательная, очень мне понравилась. С удовольствием ее себе оставила и буду носить. Еще одна вещь из этого же магазина, которая очень сильно отличается от картинки. Во-первых, цветом. Посмотрите, какая была заявлена расцветка. Нет, ну вы только посмотрите, совершенно небо и земля. Там расцветка была пыльно-розовая с сиреневыми вкраплениями. Материал, в принципе, был заявлен тот же, но цвет совсем другой. На картинке цвет был настолько потрясающий, что я бы оставила этот свитер, даже не задумываясь. Следующее несовпадение — это размер. Размер я выбрала M, и он должен был намного свободнее сидеть на мне. Но по факту он практически по фигуре сидит, и нужно было выбирать как минимум размер XL. Расцветку этого свитера несколько, все они интересные. И очень интересно то, что этот свитер предлагается как в классической версии, так и с плюшем внутри, как называют его продавец. Мне и классической версии вполне хватило. Свитер действительно плотный, действительно очень теплый, хорошо согревающий. У него приятный материал. Состав материала здесь кашемир с добавлением нейлона, спандекса и полиэстера, а также акрила, как заявлено в описании. Натуральную шерсть я здесь действительно чувствую, причем немало ее количество. Очень жаль, что расцветка не соответствует картинке, хотя она и в жизни, мне кажется, довольно приятной. И, конечно, больше всего жаль, что маловатый размер я выбрала. Мне бы хотелось, чтобы этот свитер пообъемнее на мне смотрелся. Следующий мой заказ обошелся мне всего 80 рублей. На него 735 заказов, только положительные отзывы. Я понимаю, почему. Вещь действительно очень хорошая, особенно для своей цены. Тоненький плетеный ремешок, очень нежный, очень милый. Под все мои платья он подойдет замечательно, в особенности под вот это голубое, под которое, согласитесь, белый ремень идет идеальнее всего. Также черная расцветка, золотая, серебряная, коричневая, синяя и рыжая имеются у продавца. Длина его 110 сантиметров, поэтому подойдет абсолютно на любой обхват талии либо бедер. Очень красивая золотистая фурнитура, и не поленились даже вот такой же золотистый наконечник на нем разместить. И последний мой маленький заказ на сегодня, который является полезным и обошелся у меня всего в 154 рубля. 318 на него заказов. Это масочка на глаза, охлаждающая. Я держу ее в холодильнике, и если я мало спала либо легла поздно и вижу с утра на своем лице отеки под глазами, синяки под глазами, я использую вот эту маску. Накладываю ее на лицо, сверху накладываю стандартную маску для сна, для того, чтобы гелевая маска хорошо сфиксировалась и держалась. Лежу таким образом примерно минут 10-15, потом обе эти маски снимаю, и охлаждение делает свое дело. Отеки, разумеется, уменьшаются, и можно как-то с более-менее нормальным, приличным лицом выходить куда-то в свет. В общем, вещь очень полезная, не обязательно использовать на глаза, можно на любую зону, которую вам необходимо охладить, например, после эпиляции. Я тоже ее использую, когда кожа сильно раздраженная, разгоряченная и на лице, и на теле. В общем, за такие деньги отличная вещь, которая действительно снимает отечность. Ну вот и все, сегодняшнее видео подошло к концу. Спасибо большое, что ты посмотрел
досмотрел это видео до конца. Я безумно тебе благодарна. И буду еще больше благодарна, если не забудешь оценить это видео лайком либо дизлайком. Не забывай разворачивать описание, чтобы увидеть ссылки на все интересующие товары. Также в описании я часто оставляю актуальные промокоды на скидки. Пиши, пожалуйста, в комментариях, что тебе понравилось, что не понравилось и почему. Я максимально лояльно отношусь к любому мнению и каждому мнению прислушиваюсь. Ни на что не обижаюсь, поэтому буду рада любому комментарию. И сегодня я завершаю мой обзор. Следующая подборка выйдет совсем скоро. И я очень буду ждать тебя в гости в ней. Так что всем до скорых встреч!